Добрый день. Сегодня я буду показывать, как делать активацию баллона Pyrex Inducer. Это. Вес 50 килограммов и там сухой порошок, да? Что мы делаем сперва? И вот здесь находится баллон на азоте. Открываем крышку. Заклинило. Все. Снимаем крышку. Смотрим, видишь, давление на зеленом. На 2000. Здесь потом есть пломба. Снимаем пломбочку. Не пломба, это как бы болтик идет защитный. Его ставим в карман. Здесь вот есть шланг, который идет к самому порошку. Открываем здесь. Подожнёчек. Открываем его отсюда, чтобы вытащить шланг, вот он прикреплен. Закрываем обратно. Здесь вот видите, смотрите, шланг, который идет к самому баллону уже, где находится сама пыль. Снимаем его. И вот подсоединяем его сюда. Вставляем и крутим. После этого уже баллон считается почти активизированным. Стоит только отключить шаги, и все, баллон будет работать. Здесь находится азот. А вот здесь находится пыль. Пыль это... Вот как бы на русском соус. Порошок. Уйду. Нет, он не открывается, надо на другом покажу. А вот берем? Да. Вот открываем здесь баллон. И внутри там вот порошок. Через баллон, где находится азот, поступает вот сюда, через этот шланг. Здесь уже вот образуется мощное давление. И сам порошок уже отсюда, через вот этот шланг поступает наконечник. Пауза. Хочешь, сними меня, покажи раз. Меня сними тоже. Короче, это был баллон на 50 килограмм, который используется обычно в заводах.